Долгожданный момент Амалиги 2020. Финальные матчи за бронзу и золото пройдут здесь, на арене Чорезко. Три тираспольские команды и один кишиневский клуб разыграют медали чемпионата. В прошлом году бронзовые медали не разыгрывались. Такой вот интересный факт. В этом сезоне команда IDC и «Красная звезда» определят, кто же станет третьей командой чемпионата. Нам, в принципе, проигрывать не впервые по ходу этого сезона. Я думаю, что у нас уже есть в этом опыт. И я думаю, что перевернем ход игры, повысим темп и выиграем эту игру. Настрой команды? Боевой, конечно. Ребята очень сильно расстроились, но жизнь на этом не останавливается. Надеемся, мы сделаем правильные выводы и в следующем году достойно выступим и представим свою команду в следующем сезоне. Извиняюсь перед нашими болельщиками, что мы заставили их понервничать, но тема наивкуснее, наверное, сейчас это победа. И повторюсь, я хочу быстрее в раздевалку к ребятам, поздравить всех с победой. Полифиналисты Амалиги «Вива Фарм Тирасполь», «Геотермал Кишинев». Как и в прошлом году, именно эти две команды разыграют победный трофей. Что бы сейчас сказали игрокам? Счет 1-1. И сейчас будут самые главные минуты. Амалиги нас ждут. Что бы вы сказали? Знаете, вот что касаемо команды из Кишинева, там все такие мастера, что им говорить, я думаю, не нужно. Тираспольчанам я бы посоветовал уже успокоиться, уже не смотреть на имена, уже играть в свой футбол, в то, что они умеют. Я считаю, что победил тот, который по булитам. Булит это 50 на 50. То есть кому повезло, тот и выиграл. Эмоции очень положительные, очень счастлив, так как я еще раз повторюсь, мы давно ходим вокруг финала, в финале играем и никак не могли выиграть. Наконец-то это произошло в этот тяжелый год. Это, наверное, еще вдвойне приятнее, когда такой тяжелый... Что сейчас? Что, все празднуют, «Вива Фарм» празднует. Спасибо всем, кто поддерживал нас.